Быстрее ставь лайк и будешь учиться только на одни пятерки! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Scrap Mechanic. Друзья, сегодня мы вместе с вами будем выбираться из дома злого монстра. Нас с вами похитил монстр и завел свой дом. Вот, друзья, наша задача — выбраться отсюда живыми и как можно быстрее. Нам предстоит решать различные головоломки, всякие различные, разгадывать пароли и так далее. Поэтому, ребят, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, ну и давайте приступим выбираться из этого страшного дома. Смотрите, друзья, я вижу здесь очень много вот таких вот паролей, ребята. Раз, два, я нажал. Теперь вот здесь, ребята, у нас вот такой пароль. Давайте это все активируем. Дальше я вижу вот эту кнопку. Вау, она что-то там отодвинула. Вот там еще кнопка. Вот тут какой-то, ребят, пароль. Сейчас мы будем это все разгадывать. Подождите, я нажал? Стоп, там что-то вылазит, но не до конца. Ладненько, что у нас тут, ребят? И что это? А, нужно сделать так, чтобы все эти сенсоры два, снизу и сверху, активировались. Окей, ребят, сейчас будем пробовать. Ну-ка. Хоп. Остановилось? А, не попало, ребят. Нужно как-то сделать так, чтобы они остановились ровно. Так, друзья, сейчас будем пробовать. Хоп. Ну, и как? А как это сделать, ребят? Как это сделать? Ха, нифига это сложно, ребят. Ё-моё. Ну-ка. О, активировалось, смотрите, хорошо, у нас все сенсоры активировались здесь, это здорово. А что дальше-то, друзья? А дальше у нас выдвинулась вот эта подсказочка, ребят. Так, давайте включим, хорошо. Блин, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам нравятся вот такие побеги из различных домов. Сегодня у нас тем более дом монстра, ребят. Это вообще очень круто. Так, для желтенького, ребят, у нас вылезла подсказка. Я по цветам, ребят, понимаю, что теперь подсказка вот для этого у нас, для желтенького. Так, хорошо, какие там активированы? Так, давайте лучше не активированные включим, вот так, да? Правильно? Правильно, вау! Нифига себе, что дальше вылезло, а что у нас здесь? А, нам нужно закрыть, друзья, все сенсоры, окей. Ладно, давайте все сначала нажмем. Так, ага, несколько сенсоров мы закрыли. Так, какой-то нужно... Так, нет, это должно быть включено. Это должно быть тоже, наверное, включено, ребят, подождите, или без разницы. Так, отлично, а вот это... Все, мы закрыли, по идее, все сенсоры, все у нас загорелось, да, ребят? Ага, и тут открылась кнопка, ребят. Нифига себе, а что она дает? Так, вот это разве было у нас? Так, ребят, а что нам делать дальше? Подождите, если мы все с вами активировали. Ребят, реально, мы же все с вами нажали. Да, по идее, или вот здесь что у нас? Тут ничего. А что дальше делать-то? Ребят, если мы все с вами нажали, возможно, есть где-то... Еще какая-то кнопка. А, вот у нас открылась, ребят, подсказка для вот этого. А, хорошо. Так, выключаем тогда все, что не горит. Вот так. И... Вау! Куда-то проход, ребята, дальше. Все, я активировал. Так, что у нас, может, еще что появилось? Да, смотрите. Нифига себе. Так, подождите. Что это такое? Это снизу мы куда-то полезли? А, и тут подсказка для взлома этого пароля. Так, только по углам. И вот так. По идее, вот так, ребят. Ну-ка. Что у нас открылось? Что-то у нас открылось, друзья. Возможно, дальше проход или что? Я не понимаю. А, вот! Вот какая-то кнопка, ребят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нажал. Так, есть. Хорошо. И куда? А куда нам нужно идти-то, ребят? Что, вот тут, может, что открылось? Да, смотрите, отлично, друзья. Это был первый этаж, мы с первым этажом справились, мы взломали. Ё-моё, какие прикольные, друзья, у нас тут головоломки. Кстати, ребят, эту карту нам сделал подписчик. Вот, карту сделал подписчик Александр. Еще раз огромное спасибо и приветик я тебе передаю. Карта получилась реально очень крутая, ребят. Вы вообще понимаете, что мы сегодня сейчас проделываем? Так, здесь у нас какие-то лабиринты, друзья. Что-то еще, какие-то вот такие вот штучки. Я, правда, не знаю, для чего это все нужно. Так, давайте заберемся наверх вообще. Что здесь? А, тут кнопка какая-то, друзья. Хорошо, я активировал какую-то кнопку. И что у нас произошло вообще? О, какой-то кубик, ребят. Подождите, а зачем он нужен? Давайте вообще оббежим этот весь лабиринт, посмотрим. Блин, вот тут какие-то еще маленькие штучки. Ага, я понял. Нам нужно перевести кубик сюда. Подождите, это получается, я уже лабиринт разгадал, ребят? Или что? Серьезно, подождите, так, ну да, я просто оббежал, давайте вот так и сделаем. Так, а как нам достать этот кубик оттуда? Так, ребят, вот это будет сейчас задачка, конечно, не из простых.
Ну-ка. Итак, ребята, выбиваем. Блин, нам, кстати, можно пользоваться подъемником. Было написано в правилах, друзья. Давайте вот подъемником и достанем его. Хорошо, и теперь будем вот так вот бить, друзья. Вести к месту. Так, можно пользоваться подъемником и молоточком, друзья. Это здорово. Так, выбиваем. А, вообще, можно, наверное, его просто перенести, ребят, мне кажется. Так, давайте. И попробовать поставить. Ага, а как мы поставим? Нам нужно как-то... О, подождите, идеально, по-моему, почти ровно. Так, ребят, как нам запихнуть? Есть, запихнул, да, все горит. Ну-ка, последняя вот эта правая горит. Да, все горит, ребят, отлично. И что-то там... У нас, видимо, как произошло, возможно, нужно найти какую-то еще одну кнопку. Давайте в начало, друзья, зайдем. Ха, это уже лифт, друзья, открылся. Кстати, нам нужно искать здесь уток, друзья. И я первую нашел. Сломали. Пускай так и будет. Мне написал Александр, сказал, что нужно будет искать уток, ломать их. Так, смотрите, мы нашли белую и нашли фиолетовую, друзья. Если что, пускай вот так и будет. Как бы две уточки мы уже как бы нашли. И что нужно сделать здесь, ребят? Ну-ка. Какая-то у нас загрузка, я не понимаю, это что за такое вообще за головоломка, ребята? Мы что, взламываем что-то? Посмотрите, такой антенной, тарелкой. Ё-моё, ребят, смотрите, как это еще круто джетпаком управляется. Вообще, насколько я понял, нам нужно сделать так, чтобы у нас все это дело загрузилось, ребят. То есть произошла загрузка какая-то. Ну-ка, давайте посмотрим, как это все вообще загружается. Вон там синенькая почти загрузилась, ребят. Ну-ка, нет, в другую сторону. Стой! Капец, это сложно, ребят. Ну-ка, нужно как-то поймать, друзья, какой-то баланс, я не знаю, и сделать так, чтобы активировалось у нас что-то, загрузка, чтобы полностью прошла. Это реально интересно, такого я еще ни разу не взламывал. Ну-ка. О, что-то мы загрузили. Так, нет, подожди, ниже. Ниже, да, ниже надо было. Стой. Или как? Или наоборот повыше, ребят? Где была загрузка? Мы что-то открыли там с вами, ё-моё. Ну-ка, вот так останем. Ну-ка, оставляем. Хорошо. Загрузили что-то. И это, наверное, нужно поставить вот сюда. Смотрите, красное берем вот так. Ну-ка, и ставим. И ничего не происходит. Видимо, нужно еще синенькое. А, я понял. Тут такой же будет ящик. И надо поставить сюда, ребят, скорее всего. Так, подождите. А как открыть нам тогда синий ящик? А как открыть синенький? Вот пошла там загрузка. О, откроется? Нет. Нет. Чуть-чуть что-то не хватает нам. Может, надо было повыше, ребят? Во-во-во-во-во, открыли, есть, хорошо, друзья, просто шикарно, открыли и синий ящик. Я напоминаю, ребят, что это дом монстра, и нам нужно выбраться, иначе нас просто съедят. Так, а как его поставить, он вот тут не ставится? Ха, ребят, он не ставится, надо будет затолкать тогда его. Ну-ка, подождите, давайте попробуем затолкать, ребят. Блин, какие же шикарные головоломки, это просто жесть, ребят. Мне безумно нравится этот режим уже. Так, ну-ка, что я сделал? Так, хорошо. Вау, он куда-то вниз пролез, ребят, чё? Что? Вау, открылась дверь вниз куда-то! Чего? А как? Она открылась, но не до конца, видимо, надо ящик еще подвинуть, подождите. Ну-ка, давайте его забьем вообще вниз. Всё? А как пройти-то, ребят? Возможно, реально... А, подождите, а чё я красный-то не бью? А красный и не пролазит, друзья! А красный вниз и не пролазит. Ну-ка, я и так со всей силы уже. О, давай, еще ниже. Давай, или нет? Или нам как-то и так и надо и проходить, ребят? Что-то я не понимаю. Мы застряли, видимо. Ну-ка, реально? Серьезно, все? Может, он должен еще как-то ниже, ребят? Хотя куда ниже, если мы вот так, и все. И сами должны, по идее, тут пройти. Возможно, есть еще что-то. Ага, вот тут вот, ребят, что-то. Ну-ка. Я нажал. Эта кнопка, ребят, как раз красного цвета, как... Ой, я в самый низ упал. Она красного цвета, как раз как и второй ящик. Возможно, сейчас у нас откроется проход. Так, мы, кстати, нашли белую утку и фиолетовую, друзья, потому что нужно будет искать уток. Я знаю, возможно, вот здесь в конце... А, вот у нас проход и открылся, ребят. И вот нужно искать уточек, да. Зажигаем белую тогда, получается, и вот такую, да, фиолетовую. И здесь нужно искать, друзья, уточки. Хорошо, черную нашел. Есть... Так, ребята, побегаем еще вот здесь. Так, а я думал, в шинах будет черная. А тут есть. Ха, ребят, тут есть синяя, да? Подождите, вот такая? Да, вот такая. Так, здесь, наверное, какая-нибудь зеленая, друзья, 100% будет. Стойте, нету? Ху, нету? А, есть! Ха, есть зеленая. Хорошо, друзья, зажигаем. Так, осталось нам найти какую? Золотую?
получается, потом оранжевую, красную и черную мы нашли. Все, золотую, оранжевую и красную. Но здесь, друзья, у нас где-то 100% будет красная. Полюбасу, друзья, давайте прям сверху вот так вот попробуем посмотреть. Так, прыжочек или как вообще? Ну ладно, давайте так побегаем. А вон она, ребят. Давай, можно вот так вот сломать? Надеюсь, можно. Красная, есть. Хорошо, красную нашли, осталась оранжевая и желтая, ребята. Так, вот тут вот есть у нас. Ну-ка, ребят, полюбаса будет в одной комнате, возможно. О, желтая, хорошо. А где оранжевая, друзья? Нам нужно найти оранжевую утку. Ё-моё, сейчас будем пробовать. Кстати, потолок я не смотрел, друзья. А может, она у нас где-то сзади, потому что другие были сзади. Ну, две уточки мы же в другой комнате нашли. Но сейчас давайте посмотрим, хотя во всех потенциальных местах мы нашли. Здесь мы нашли, тут мы нашли, тут мы нашли, тут мы нашли. И там мы нашли. Возможно, да, друзья, возможно, она где-то будет в другой комнате. Так, а где она может быть? Опа, ну-ка. Ха-ха, вот она, друзья, оранжевая, все правильно. Ау, в самый низ я упал, ё-моё, друзья. Но мы с вами разгадали столько ловушек, разгадали столько различных всяких головоломок. Еще и всех уток, по-моему, нашли. Всех же? Да, друзья. Ага, и у нас дверь открывается, ребята. И мы выбираемся быстренько из дома этого монстра в живых, друзья. Хорошо, мы с вами спаслись. Ну что ж, ребят, вот такой вот режимчик у нас сегодня был. Обязательно поставьте большой палец вверх. Не забудьте подписаться на канал, оставляйте положительные комментарии. Ну и на этом мой ролик заканчивается. Всем удачи, ребят. Не забывайте про подписочку на канал. Хорошего настроения, успехов. Спасибо за просмотр. И пока-пока.